Оргкомитет решил провести награждение не во время гала-концерта, чтобы концерт шел ровно без сучков и задоринок, а немножко раньше, а именно в 17 часов. Сейчас мы проведем награждение, но прежде я бы хотел предоставить слово председателю жюри, заслуженному работнику культуры, доценту Ростовской государственной консерватории Адаму Мартыновичу Пирацуяну, нашему большому другу. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поздравить с замечательным мероприятием, таким конкурсом, фестивалем, потому что, во-первых, здорово играли, здорово пели. Это наше будущее, и это не преувеличенные слова. Это в наше непростое время такое мероприятие, это такая музыкальная поддержка для всех людей, которые сейчас озабочены всевозможными непредвиденными обстоятельствами, она, конечно, очень важна. И я хочу поблагодарить всех организаторов, всех, кто смог воплотить этот проект, потому что, как вы знаете, в прошлом году и не было, и у нас не было. Вот сейчас мы провели потрясающий конкурс «Мир джаза» международный, провели его еще лучше, и в этом году здесь, в Пятигорске, Пятигорская осень прошла, тоже еще лучше. Мы просто хотим сказать, чтобы пожелать, чтобы было больше гостей, больше зрителей, залы должны быть полные, ну, конечно, в пределах нормы, которые нам Роспотребнадзор позволяет. Итак, передаю слово Юрию Александровичу Васютину. Сертификат участника награждается Корнякова Елизавета, советский инструменталист, категория Б, музыкальная школа номер 2. Иванченко Виталий Владимирович. Сертификат участника получает Ренат Галиахметов. Диплом. Звание дипломат. Сафарова Николь. Елисеев Александр. Звание дипломата. Все. Звание дипломанта присуждается Янченко Даниилу. Благодарственное письмо Трапезниковой Светлане Валерьевне. Звание дипломанта. Звание дипломанта удостоено Урушанова Валерия. Дипломом третьей степени называется ансамбль. Прошу прощения. Диплом лауреата третьей степени. Вручается ансамблю с красивым названием «Юлдус». Это с ногайского языка. Благодарственное письмо. Галустян Жульетта Георгиевна. Диплом лауреата третьей степени награждается Арутюнов Артем Ашотович. Прекрасный саксофонист, порадовал нас своей игрой. Диплом лауреата третьей степени вручается Кунькину Владиславу.
Благодарственным письмом награждается Винда Алексей Юрьевич. Диплом лауреата третьей степени ансамблю «Золотой саксофон», руководитель Григорий Акопович Синюков. Григорий Акопович награждается благодарственным письмом за поддержку детского и юношеского творчества. Концертмейстер Матвеевна, мы смотрим, Лариса Юрьевна, концертмейстер. Диплом лауреата третьей степени награждаются Арушанов Георгий и Арушанова Валерия, дуэт инструменталистов категория А. Благодарственное письмо Алла Вертова, Аида Давидовна. Диплом лауреата третьей степени вручается Нефедову Андрею, ученику детской музыкальной школы номер 2. Диплом лауреата третьей степени награждается Шустов Богдан. Дипломом лауреата третьей степени награждается Балаев Леонид. Диплом лауреата третьей степени награждается Шевченко Вероника. Благодарственным письмом награждается Бондарчук Нина Викторовна. Ну, мы поняли, благодарственные письма преподавателя. Диплом лауреата третьей степени награждается Елисеева Екатерина. Лауреаты второй степени. Дипломом лауреата второй степени награждается Гайдарова Мария. Мария, город Ставрополь. И награждается ее учитель Щербин Олег Николаевич. Диплом лауреата второй степени награждается Даниил Орехов. Диплом лауреата второй степени награждается Лисюченко Анжелика. Анжелика. Благодарственное письмо награждается Щербин Виталий Олегович. Виталий Олегович. Давай. Отец награждает сына. Это здорово. Хорошо, Виталий, пробежать. Диплом лауреата второй степени награждается Варнавская София. Лауреат второй степени. Есть София, вот пришла. Диплом лауреата второй степени награждается Авакимов Александр. Благодарственное письмо Константинова.
благодарственное письмо Чурикова Ольга Анатольевна. Диплом лауреата второй степени. Награждается джазовый оркестр «Экспромт Next» детская музыкальная школа номер 2. Благодарственное письмо Янушкевичу Игорю Викторовичу. Благодарственное письмо вручается Валешному Дмитрию Ивановичу. Диплом лауреата второй степени награждается Аветова Маргарита. Диплом лауреата второй степени Кирюшина Алиса. Благодарственное письмо вручается Ивановой Наталье Юрьевне. Диплом лауреата второй степени Хантулина Елена. И благодарственное письмо Степановой Галине Николаевне. Диплом лауреата третьей степени, второй степени, награждается Корнякова Елизавета. И благодарственное письмо Терзикян Лене Вадиковне. Благодарственное письмо Бузарову Даниилу Борисовичу. Переходим к вручению наград первой степени. Дипломом лауреата первой степени награждается Головина Александра, город Ставрополь. Благодарственное письмо Покровской Дарье Сергеевне. Дарья Сергеевна, письмо благодарствует. Диплом лауреата первой степени награждается Тимур Киев, город Ставрополь. Благодарственное письмо Ларину Петру Петровичу, преподавателю. Очень жаль, что Петра Петровича нет. Диплом лауреата первой степени награждается Сабина Салимова, город Ставрополь. Диплом лауреата первой степени награждается Арутюнова Диана. Хорошо, что на первом ряду сидят представители города Ставрополь, а то было скучно нам. Благодарственное письмо Орджук Алла Николаевна. Диплом лауреата первой степени награждается Владимир Григорян, город Ставрополь. Давайте кто громче, город Ставрополь или город Пятигорск. Конкурс, кто победит, Ставрополь или Пятигорск. Я объявляю, а вы кричите, а мы послушаем, кто громче. Победители город Ставрополь. Победители город Невиномыск. В ухо полетело, слышно. Победители город Пятигорск. Да, Ставрополь победил. И
В этой связи вручается диплом лауреата первой степени Петросян Миления. Это наша пятигорская девочка. Диплом лауреата первой степени Асланова Илона. С особой радостью вручаю диплом лауреата первой степени Ли Артему. Город Пятигорск. Ну, я о нем немножко расскажу во время концерта. Буквально несколько слов. Нет, здесь же было. Диплом лауреата первой степени награждается Ника Хантулина. Город Пятигорск. Вот Ника решительно идет. Это мать. Диплом лауреата первой степени награждается Маргарита Зацонская, город Пятигорск. Марго, где ты? Посмотрим, Маргарита Зацонская у меня учится в школе. Я преподаю в школе итальянский язык. Она посмотрим завтра урок. Диплом лауреата первой степени. Вокальный ансамбль «Цветные сны». Руководитель «Каратик» Анна Сергеевна. Изумительный ансамбль. Тоже включен в программу «Гала-концерта». Мы послушаем и получим удовольствие. И руководитель ансамбля «Коротких» Анна Сергеевна. Диплом лауреата первой степени. Вокальный ансамбль «Цветные сны». Категория младшая, категория старшая. Степени. Дуэт Аветова Маргарита и Затонская Маргарита. Награждение лауреатов, одна техническая, не готова одна грамота, диплома лауреата второй степени награждается Савина Ангелина. Дорогие друзья, на этом наша маленькая церемония по вручению наград закончена. 18:00 ждем вас всех непременно на концерт. Напоминаю, что участники концерта проходят бесплатно, а для неучастников стоимость билета аж 100 рублей. Все, до встречи в 6 часов. Подойдите, сейчас посмотрим.